Всем привет, дорогие друзья, с вами Тутем Паута. Сегодня мы будем убивать предпоследнего уже на данный момент босса в Вальхейме, Еглута. Поэтому всем приятного просмотра. Поехали. Нет. На, сука! Отравись, блядь. Блядь, сейчас я за ней сбегаю, подождите. Сейчас я за ней сбегаю. Тут портал, пацаны, есть, это быстро. 180 хп у меня. Сейчас. Вот ты вовремя напомнил, я уже забыл, зачем мы ночь скипнули. Да и хер с ней. Да все, я иду, все, я сейчас буду, все, я уже улетел. 5 секунд. Так вылетую, полчаса ждать. Сейчас, Хейчман, не давай им призыв пока. Вот, медовуху уже беру. На, сука. Сейчас медовуху всем на призыве раздавать буду. Разъебите. Разъебите этого пидораса. Вы что, его убить не можете? Вы его что, затравили, что ли? Я его еще затрахаю, блядь. Иди сюда, нафиг, он. Нет, комар еще. На, сука, дебил. Да ну нахуй. Пацаны, без медовухи, кажись. Ладно. Она еще не забродила, блядь. Ты похуй на нее, погнали убивать. Сейчас. Я призываю. Да не призывай, дай мне это прийти, блядь. Ну давай быстрее, вон там тролли, я сейчас еще и троллю. Все бафы уже кончаются. Да, давайте, а босс будет убивать этих? Кого? Тролли? Сомневаюсь. Фулинг. Можно нагреть. А я думал, не будет, потому что они его пропагандируют. Мы сейчас пропагандируем. А именно тролль? Да. Ну этот, который зеленый, он зеленого так назвал. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Ну, я и говорю. Все, ну, в принципе, можно звать, я готов. Давай, зови. Пацаны, давайте по местам, блядь, бегать. Давай, я готов в какашке у него кидать. Так, ну ладно, поехали. У меня 40 одна какашка. Так, я отошел. Где это Герман? Я тебя не вижу. Страшно. Мне я наверху. В смысле ты наверху? Нихуя ты залез. Нихера ты. Ниндзя, как ты? Ты ж хотел, чтобы мы это. Ебать, мне освещение нравится. А как ты залез туда? Нихуя он вылезает. Стреляйте, блядь, что смотришь? Какашки, кидаем в него говняшки, кидаем в него говняшки. Ебать, машина вылезла. Осторожно, метеоры! Кто? Метеоры, блядь! Какие метеоры? Ой, ебать. Толь, прям как ты любишь, рок еще играет. Ага. Ебать. Слушай, вот босс. Он меня заагрил. Босс реально пиздатый, слушай. Он на меня идет, мне боюсь. Блять, его. Мне этот босс нравится, реально. Ебать! Нихуя себе! Я дёготь! Какой дёготь, блядь? Меня дёготь ебал. Вон я ему... Ебать, блядь, дёготь напал. Дёготь ебаш. Дёготь самый опасный, блядь. Да, дёготь, реально. Ебать, он еще какие-то фразочки эпичные говорит, охуенно. Блядь, я умер! Блядь, Шкун, ну чё? Шкун, говоришь, ты готов был? Так, блядь, меня всё хуярит из-за вас. Блядь, гоблин, блядь. Пацаны. Подождите, а как ему урон наносить вообще? В него. Не, типа, голову. Я ж стреляю. Ай, на голову. Ну я вроде. А, вон, да, вон мы на. Метеор. Ебать, он мужиков позвал. Ебануться, пацаны, у вас еще это. Это знаешь, так чисто все боссы были так себе. Это пиздец. Это пиздец. Шкун, приходи скорее, блядь. Ебать, он автомобиль, блядь. Ебануться. Я надеюсь, мне еще никакой команды трахнуть. Да по нихуя себе, какие тут нахуй комары, он ебашит как зверь. Все живы, блядь. Ой, крышку. За мной фулин. Он бежит голожопый. Блять, он меня преследует.
Ну и похуй, дайте мне вещи забрать. А ты призывник, поэтому. Он нихуя, он сначала на меня заагрелся. Блять, меня убили, пиздец. Шкун, а ты чё хотел, блять? Думал, жить будешь, а я сразу сказал. Блять! Ебать, под камень прячьтесь. Ебать. Ебать, машина. Цель, он имеет возможность хитить. Это, подойдите ко мне, я сейчас способность дам. Давай. Давай я его сейчас рук попробую, ёбать. Вы можете от моих путиков его отвести? Пожалуйста? Да мы стараемся, блять, только мы возле него прям. Ебать, зачем? Я ледомором его хуячу. Ебать, я горю, блять. Да, мне кажется, надо все-таки это. Ай-я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 й. Ебать, я горю. Да ну нахуй. Я чуть не сдох. Я. Ой, я тут. Там урон от огня просто кончил. Да. Толя сдох. Да. Блять. А у меня здесь говорю, у меня. Удар, уйди. А с кем мы остались живы? С хичманом только. Пиздец. Ебать! Блять! Я вижу свой трупик. Блять, это не тот трупик. Ну вас нахуй, я ушел. Ладно, я шучу. Вопрос, а как его бить-то, если мы... Со стрел. Так, он на кого-то заагрелся. А вы думали, будет легко, блядь? Так, на небо смотрите, метеориты падают, кувырки. Хинчман, а как его забагать? Надо докопаться. Надо докопаться, да? Сейчас закопаешься. Вверх. А как ты закопаешься? Сейчас я отступлю назад. Блядь, шкун у тебя! Ебать! Я не понимаю. Я тоже ничего не понимаю, но это весело. Я свой трупик найти не могу, у меня трупик походу пропал. А куда он пропал? Он добавился, или нет? Он... Не может быть, шкун, блять. Не подходи к нему, умрешь. Я не могу, что ты. Отходи. Отхожу. Гоблинов убейте, гоблинов, а не мешадика. Ебаш. Типа, не могу трупик. Ищи труп, блять, шкун. Аккуратно этот хуйню страдает. Метеоры пошли. Где я Толя? Я не могу реально спасти. Шкуна застрелила нахуй. Ебать, у ворот. Дыши. Ебать. Вот это Dark Souls. Когда ты в Dark Souls еще не играл? Ну при этом сказал, да? А я играл. Блять, Толь, ты залутался, да? Давай его хуячить. Слушай, в принципе, нормально идем, но это очень больно. Мне прям нравится, это прям в стиле арка. Угу, где мой труд? Это больно, печально. Только вот шкун из строя вышел. Я не понимаю, где мой труп. Я один труп нашел, а там, блядь, три вещи, которые, блядь, на карту этого, смотри, где ты подыхал. Я и смотрю, он где-то, блядь, в этих камнях. Я вижу твой труп, слышь? Там не тот, наверное, труп. Наверное, не тот. Давай я посмотрю. Так, да, не тот. Ебать, там Герман хуячит. Блять, да потом, блин, хуярю его. Можете его нахуй отпустить? Отходи, шкун, уворачивайся, он в тебя метеоры пуляет. Безопасная зона от этого дыхания. Я говорю, это не тот труп, а где тот-то труп? Тот труп где-то вот здесь должен быть, а где он? Толь, ты в него хуячишь? Да я тут не могу, меня не отпускают. Бля, походу в натуре, слышу, у меня походу реально труп пропал. А куда он пропал? Он не мог пропасть. Чё больше стал? Я чё ебу, у меня трупы походу реально... Трупы не пропадают, слушай. Кто я видел не... труп шкуна, отзовите. Вот я один сломал, тут три шмотки, и всё, блядь. Ну слушай, если ты все проебал, ты говори, у тебя в мире дохуя всего, заново себя открафтишь, получается. Да, ты что, ебанулся, нахуй? Ты же сказал, у тебя всего дохуя. Ну у меня дохуя, ну слышь, блядь, тратить еще. Ну это много, да, ну блять, поищи пока хули. Я просто не вижу, я пытаюсь найти, я не вижу. Вот здесь где-то, сука, ебаный фулинг, блять, долбоеб! Вот здесь где-то должен быть мой труп. Где, блядь, он? Я сам не знаю. Аккуратно, ебаные... метеоры. Ебаная игра, блядь.
Блять, вообще зашел. Она убейте нахуй! А, подожди, вот какой-то лежит под камнем подальше. Ты нашел? Ну, есть какой? Вещи там? Нет, а, нет. Нет. Так, отходите, отходите. Я говорю, блядь, походу я проебал свой труп, я не хуй знает как, блядь. А как ты умер-то, Шкун? Да я умер вот около этого, около камня, блядь, только там один только труп, где вещей нет. Ты умер в ближнем бою, что ли? Да ты гонишь. Да, меня это уебаш. Слушайте, это он этих мразей мелких позвал. Так тут деревья было рядом, блядь. Бля. Пацаны, вы как? Да, зато ли быкозавр бежит, блядь. Ебать. Мясо, блядь. Толя, как тебе музыка? Музыка приходит. Вот, даже вот так вот издалека я не вижу свой труп. Блядь, помогите! Нет! Нет! Я выбыл. Живой? Нет, я выбыл. Что-то в один кинь. У меня способность кончилась, я выбыл. Ты способности. А этот, вот этот Данечка труп, блядь. Данечка труп не трожь. Там шаманы бегают. Шаману убей, пожалуйста. Сейчас я иду телепортируюсь. Таких шаманов до хера. Вот, моего трупа нету, блядь. Я трупа вижу прямо издалека, его нету. Охуенно, блядь, я проебал свой труп со всеми вещами, просто заебись. Убил шаманов, убил. Гребаные гоблины мне мешали. Гоблинов убейте пока что, пацаны, я продамажу босса. Да, сейчас. Дамаж, мне надо вещи взять. Да, сейчас кулака разъебу. Тильт. Блять, ну это пиздец меня разъебало. Сейчас я долго терпел. Охуенно, где мой труп? Долго терпел, блин. Вот он должен быть где-то вот здесь. А это, когда его ледомором-то можно ебашить, чтоб от огня урон не получить? Я тебе говорю, когда он просто ползет, вот сейчас как раз таки можно, пока, блядь, ничего не делает. Давай, блядь. Блять, у меня хавка кончилась, сука. Ну-ка, подожди, дай я перезайду, походу, может у меня появится вот тут. А он вообще okay. Травится бомбами. Нет, только серебряный дошнижит, блять. Не, это будет не весело, если у меня труп пропал. Блять, я буду пиздец, как обычно. Блять, у меня хавка кончилась, такое бывает. А куда у меня хавка кончилась? Кто хавку у меня спиздил? Не я. Ты сам её проебал. Да я не верю, у меня ее дохуя было. Или это босс, или нет, такую ладно. Блять, да не может быть. А, может быть у меня медовуха испеклась, надо сходить. Схожу-ка я за медовуху, посмотрю хечма, ты пока давай, ебашь. А мы тут вместе с ним. На нормально, нормально, ща я сбегу за медовухой. Нормально, нормально, давайте, пацаны, блядь. Сейчас, ебать, я восстану. Блядь, ну, только до меня этот доебался. Я проебал свой труп, он должен быть вот здесь. А его нет, я охуенно. Опять, у меня хавчика нет, на этот раз твой. Данёк, пошли за хавчиком. Блядь, до меня этот бокозавр доебался, погоди. Ща, всё, в телепорт, пока бокозавр не видит. Блядь, он видит, сука. Ты можешь меня в приват добавить, чтоб нормально было? Да ну, нету хавчика дома. Вообще никакого. Все, я умер нахуй. Конечно, кто за там без него бегает? А че у меня? А ну во мне еще три сука. Я вон чей-то трупик вижу, я не знаю. Мой, наверное, видишь. Ну, не, это не ваша. Снимать. Ой, за мной еще БК, я еще хуярит. К порталу его не веди. Да. А то этот бой будет окончательно проигран, как только портал снимал. Да в смысле, у меня и так все проиграно, бля. У меня труп. Ну и че, мы из-за тебя все должны проиграть, что ли? Пиздец, блядь, я в ахуе просто, блядь. Так, медовуха насралась.
Ебанутая игра, блять, просто вот как в нее теперь можно играть, блять, просто вот сдох и труп пропал, блять, охуенно. Где вот труп, блять? Ну, в арке так сплошь и рядом происходит. Ну да, мы-то привыкли. Ага. Прикольно, когда еще тебя какой-то челик убил, а у него сразу все твои шмотки тут в инвентаре оказались. Отец, нахуй, охуенно, блять. Мне просто... Блять! У меня там просто фул прокачанный сет, заебись. Вот я бегаю, блядь, я не вижу нихуя, ни трупа, нихуя. Ебучая лужа дёгтя, блядь, залупа ебаная. Она блядь. Тебя убила. И лужа, блядь, и вот он нахуй, я говорю, ну меня там все сразу сагрились, блядь, и все. У меня было 180 хп, потом хуяк 0. Я такой, классно. Не, возможно, он где-то, труп у меня под этим забагался, под камнем. Есть такое ощущение, что у меня где-то труп под камнем. Ты можешь какую-то еду? Могу, ну, сейчас я попробую найти. Ну по факту, блять, типа. Опять же, я говорю, невозможно, чтобы у меня труп пропал. Как ты ее колдуешь, там стечку. Вот, я вижу трупик Тимошенко, нахуй, ебать. Реально, какую еду ты не колдуешь? Сейчас я возьму свои шмотки, давай окопаемся вокруг камня, это может у тебя реально под землю провалились. Да легче не копаться, легче просто его загреть на камень, чтобы он камень пизданул, и все, блядь. Он может, кстати, метеорами. Да, это будет долго, но сейчас сами. Да нихуя, блядь. К тому же хинчман его убил в сторону. Все, я убегаю, блядь. Оконченный воин, берсерк, ты собери, он меня один почти размотал. Сейчас я шмотки свои заберу. Там шимон не дает. Ну этот чел реально жесткий. Мне нравится. Он прям так жестко нас прям начал разносить с самого начала. Мне больше всего нравится уверенный шкуна. Он такой говорит, ча, расфигач, а я сразу знал, что он вот такой будет сильный. Чё? Да нихуя, блять, я говорю, если бы у меня сейчас были бы шмотки, мне было бы. Он ем. Мне просто шмотки пропали, охуенно. Блин, я не знаю, куда у тебя так, шмотки давай. Делись и как. Так, я хавку дополнительную пытаюсь слепить. На хп лепи. На хп пытаюсь. Пироги пошли сделать. Пацаны, короче, обсуждать шамана Тимоши. Тимошенко ебаш. Может, сейчас трупик мой найдет. Короче, пацаны, я нашел почти от огня. Намочитесь, намочитесь. Тут это море. Что вы намочитесь? Быстро кушите, получите. Что намочить и зачем? А в море, блядь, делайте. Чё, пописать нахуй? Нет, сыро себе сделай, чтобы урон дня не получил так сильно. Кстати, да. А, это я могу пописать, хотите? Тильт, тильт. Ну хуй, блядь. А, вот я нашёл твои шмотки. Сука, я так и знал, то, что они пидораски тут, блядь, вот мои шмотки. Нашел шмотки. Всё, плюс один будет. Так, погоди. Пацаны, давайте сюда скорее! Кого запахался? Сюда скорее, я не двигаюсь! Сюда это куда? А, ты губи. Так, ну, вот не это не сюда. Я не двигаюсь, блядь. И что делать? Просто стрелять мне? Да, или бить. Сейчас я подойду еще. А может руками его можно? Пробуй, блядь, я не знаю. Давай, где он? Я ему сейчас пиздов не даю. Я попробую, конечно. Ну, он забагался, да как хорошо, блядь. Короче, сейчас подождите. Сейчас подождите, я ему пиздов не даю. Сейчас ему отомстим. Ладно, Данёк, иди сюда уже. Да я иду, иду, я иду. Да раз, блядь, ебаный нахуй. На говна, жуй, блядь. Уеблёт ебаный. Жуй говна. Жуй говна, говорю. Подлети лотипа, ждите лотипа. Иду, иду. Нет, все, разбегаемся. Да раз, ебаный, блядь. Дядь. Хуй ты ржешь, хуеплет. Я телепортируюсь. Есть эти дебафы у кого-нибудь? У меня 2 минуты. У меня 6 минут осталось, иду. Я уже здесь. Почти.
Вон, вижу. Так, где он там? Он забагался. Я вижу, стреляю, веду огонь. Да, я тоже там завис что-то. Тут завис что-то. Я вижу, что-то подзавис. Ты его этим ледомором, давай я тоже ледомором. Хуеплёт, лови говна, хуеплёт. Чай как молотом. Нормально ледомором так. Давай, пизди его, пизди его. Ледомором бьём. Пизди его, да просто пиздить его. Так мы с Хечманом его ледомором бьём. Пиздить его. Всё, минус. Я выкинул вас в мир. Нас ничего не убили? Нихуя не выпало. Кому все выпало? Мне, кому и надо. Давай еще, блядь. Есть еще-то эти, блядь? Так, трофеи Глут, голова мертвого короля и разорванный дух. Еще есть эти? Нету. У меня в мире три штуки вроде есть. О. Мунин. Еще две. Есть кому-нибудь еще? Карл, рад встреч, странник. Я Мунин, брат Хугина. Передаю привет от все отца. Я его глаза и уста. Слушай его, и я снова приду к тебе. Еще есть у кого-нибудь? Алло, блядь. Данечек, у тебя есть эти? Надо хуги? Посмотреть. Короче, у меня теперь какой-то Мунин, брат Хугина, прилетел. Зрите! Новая постройка! Кого постройка? Идите на базу. Вот самое обидное, что я вылетел с сервака, ребят, тогда, когда увидел её. Я не увидел, как это. У меня какая-то ворон тут теперь. Ох, мне надо его еще раз убить и все. Отомстите. Я вас жду, короче, блядь, давайте подождите. Не ищите. За вами бегут дети, блядь. Не это, мне надо в мой мир. Приветствую, воин. Так ну иди там и сделай там. Это мир Лосипа так-то. А что это за постройка? Мне надо в моем мире, мне надо убить, чтобы у меня было все голова и эта хуйня. Действительно странное сооружение, интересно, что на его еще давайте раз, просто посидим здесь я немного и посмотрим, что произойдет. Воин, мне скучно, кроме я... того, это не моя работа, что, место испугал, с такими, как ты, допоздна, будь я заебал. Просто бдительно. Давай, у нас есть как раз, блять, у меня 12 минут осталось. Давайте решайте быстрее. А также узрите новый крафт. Убиваем или нет? А чё это за постройка-то? Да светлячки это, отстань, иди отсюда, я светлячков набираю. Каких светлячков? Вот, из этих светлячков их можно собирать. Уйди, мои светлячки. Вот, иди сюда. Сюда, иди. Ну и чё? Да вот тут летают письки такие, блядь. А, спасибо. И чё, оно типа из этого делается вот это. А-а-а. Что это? Ведёт куда надо. Летающая пиписька. Что это? Да пиписька летающая. И куда она ведет? Во, а смотри, вот, Толя, иди собирай светлячок. Вот, видишь, летает пиписёнок. Пожалуйста, да я объясню Лосик. Вот вы их собираете, они у меня появляются. Чё, я уже его собрал, останется. Лосик, короче, смотрите. Ребят, слушайте меня внимательно. Эта штука наш главный друг в туманных землях. Она рассеивает его около нас. Кого его? Туманные земли, туман. Я вам заранее говорю, есть специальная постройка, такая же, но это типа факелов. Сейчас, секунду. Она делается из нового дерева. Похуй. Пойдемте еще раз. Одна штучка есть, вот. Она тоже самое разделывает. Да похуй, пойдемте еще раз убьем. Отдай мне это. Нет. Чего нет, отдай. Ничего, ты вот типа эту штуку поставил, чтобы она просто светлячков давала. Ой, да? я открою тебе. А туманные земли мы сами что ли найти? Надо нечка, откройся. Откройся вот тут. А это что такое? Откройся. Отдай мне обратно. Отдай. Лосик не отдавай, он взял без спроса. Пойдем быстрее. Погоди, это где он взял? У тебя дома? Пойдем быстрее, блять, убьем. Чего говоришь, Хичман? Сделано из постройки.
Блять, вы ебанулись. Пойдемте еще раз убьем и все. Пойдемте быстренько, убьем еще, блядь. Кун, ты можешь по себе спокойно сделать дома, закопавшись, я тебе быстренько это сделать. Да я хочу вот здесь сейчас убить и все, блять, и уйти. 10 минут есть. Дай один с серебром. Пойдем быстрее, блять, пойдем быстрее, пойдем. Да у меня-то нету больше. Че у тебя нету? Для призыва, блять. Всего да я, у меня есть 3 штуки, есть у Данечка, есть еще. Да. Кирка из черного металла. Взял серебро, я кинул. Данечка 100% есть эти тотемы, блядь. Я как понял, у меня нет. Наверное, в этого на равнинах я сейчас хожу. Я тебе одну дал. Да еще себе. Ищи тотемы быстрее. У меня 3 штуки тотемы. Давай, хечмана, ищи тотемы. Сам еще я не знаю, где они. Я знаю, у тебя их стаками. Нету, блять, я дал вам последние твои. Да не ври, у тебя стаками тотемы эти. Так, я в дом, я устал. У меня 2 тотема, все. Вот, все, у меня 3 еще, да. Заебись, погнали сейчас. Все, погнали убивать, погнали, еще 10 минут есть. Так, ну что ж, вот у нас тут тотемы эти всякие. Тут вон еще одного босса какого-то добавили. Жертвенным камнем. Так, ну давайте повесим то, что мы получили. Голову этого черепа и глута. Сопротивление к магическому урону и урону от молнии дает. 100 кивис огонь, 100 кивис лед, 100 кивис молния. Прикольное сопротивление у него стоит на масса костей, то что урон понижает, мне пока больше нравится. Ну а так, голову повесили, способность босса активирована. Ну ладно, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии, всем удачи и всем пока.